Добрый день, дорогие друзья! Стало недоброй традицией отправлять меня в командировки в тот день, когда у кого-нибудь сотрудников службы технического заказчика день рождения. Хоть недавно был день рождения у товарища Жукова, так меня аж на Валдай отправили. А сегодня день рождения у обаятельной, красивой девушки Светланы Виноградовой, которая окружает нас в течение рабочего дня заботой и вниманием в течение всей рабочей недели. Вот у нее сегодня день рождения, а меня опять сбагрили подальше, на объект. Но это не станет препятствием для того, чтобы я мог ее поздравить с днем рождения. И в честь дня рождения ее я хочу и прочитать стихотворение. Письмо к женщине. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться. Что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в соннище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре бытия, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бури в юг ее направил величаво. Но кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался, их мало с трепетной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтобы, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами напоказ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре бытия, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую, и мыслю по-иному, и говорю за праздничным столом, хвала и слава рулевому. Сегодня я в угаре нежных чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был, и что со мной сталось, любимая. Сказать приятно мне, я избежал падения с кручи. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кущей обновленной сени. С приветствием, вас помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин. Ах, дорогая Светлана, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, любви, благополучия. Знакомый ваш Борис Шнейвас. С днем рождения!